Привет, друзья, вы на канале Survivor, и наконец-то я дождался, когда выйдет полная русификация мода Undead Legacy для 7 Days to Die, и сегодня мы начнем осваивать этот мод. Это довольно-таки замороченный мод, тут многое зависит, завязано на крафт-станциях и прочем. Ну, короче, сейчас я вам все покажу, и я думаю, что будем страдать. Итак, новая игра. А название Undead Legacy LP1 пусть будет. Так, Undead Legacy, у меня карта уже создана, потому берем так. Значит так, будем играть, наверное, за воина, наверное, да? Бег трусцой, у нас дневная скорость зомби, ночная спринт, скорость диких. Ну, мод очень сложный, потому я оставлю, наверное, таким образом. Значит так, частота кровавой луны минимум 7 дней, и разрыв поставим, наверное, 2 дня. То есть, может быть, на 7-й день, может быть, на 9-й. Предупреждение о кровавой луне у нас... Давайте включим, потому что все-таки сложно, и врагов поставим, наверное, 16. Вот так, попробуем дальше. У нас урон блока по блокам ИИ поставим 50, оставим. Во время кровавой луны тоже 50. Ну, потому что блоки крафтятся очень сложно, и лучше, наверное, оставить так. Что касается игрока, то, наверное, урон по блокам. У игрока все-таки есть инструменты, потому урон по блокам ему логично оставить 100%. И коэффициент опыта оставляем 100%. Все. Время повторного появления лута 30 дней. Потери при смерти, все. Ну и так далее. Вы уже все это знаете. Так, постоянные профили. Но это уже максимальное количество зомби в мире игры. 64 пусть будет, да? Животные. И вот эта штука влияет на производительность, потому лучше оставить как есть по умолчанию в моде. Все, поехали, начинаем. Итак, друзья, наконец-то загрузка произошла. Грузится мод, если вы будете ставить его в первый раз, очень-очень долго, потому не переживайте. Вроде мод не зависает, он загружается, с этим должно быть все нормально. Так, добро пожаловать в Undead Legacy. В вашем поясе есть сумка на случай эвакуации, содержащая полезное стартовое снаряжение. Положите его на землю и откройте. Понятно, короче, поехали. Нам бандиты, которые нас ограбили, оставили сумку. Давайте поставим и... Посмотрим, что у нас тут. У нас тут одежда, у нас тут спальник сразу есть, и даже пистолет с ножом, и... Короче, да, короче, нормально так одежда. Я вот прошлый раз начинал, и что-то как-то я не припоминаю, чтобы у меня был весь этот инвентарь. Странно, возможно, это изменили. Так, бинтики сразу сюда, одна таблеточка у нас есть. Как-то бандиты нас побеспокоились. Даже 7 отмычек есть. Водичка пусть будет здесь. Фонарик мне тоже пригодится. На пистолет у меня 17 патронов. А также есть ножик, который уже наполовину испорчен. Да. И что нужно первое сделать, это... Что у нас по заданию? Открыть журнал. Так, нет, вот он журнал. И тут у нас есть куча полезной информации. Перенос хранилищ. Тут можно собирать абсолютно... Поднимать абсолютно любые хранилища. Можно подбирать верстаки, если мы найдем их. Мне... Готовый верстак находить не приходилось, потому будем искать. Можно подбирать декорации, чтобы оформлять свое убежище, подбор светильников. Также можно делать... Кстати, некоторые светильники работают даже без электричества. Так, сбор петель с дверей, чтобы делать дверь. Многие рецепты переделаны, они стали сложнее гораздо. Сбор смолы с помощью ножа с дерева. Сбор гвоздей с помощью разборки мебели. Сбор воды мы набираем в раковинах, бензин мы набираем с помощью канистры в бензоколонках, возможно, в машинах можно. Сбор титана, у нас специальная конструкция, вот насчет титана я не знаю. Создание исследований, у нас понадобятся данные, которые можно получить путем разбора схем, записок с заданием или карт сокровищ. Или дополнительные исследовательские данные можно получить, разбирая определенные предметы на станции разборки. Это мы все это посмотрим. Блокировка ячеек. У нас есть блокировка ячеек. Что это дает? Можно заблокировать любой складской слот, наведя на него курсор, нажав L. Заблокированные слоты игнорируются при сортировке запасов по весу, цене, типу или имени, а также при нажатии любой из кнопок передачи в хранилище. Это круто. Это круто. Кнопочка L, надеюсь, это будет как-то отображаться в инвентаре. Чтобы разблокировать заблокированный слот, наведите на него курсор и нажмите опять кнопочку L. Вообще круто. Очень круто. Инвентарь, поиск, понятно. Закрепление рецепта тоже понятно. Транспортные средства. Это, наверное, основной целью будет в этом выживании. Получить все варианты транспортных средств. Будем ли мы играть с одной жизнью или нет, я пока не знаю. Потому ничего говорить сейчас не буду. Так, транспорт, ремонт.
Велосипед, комплект для ремонта велосипеда, понадобится мини-байк, набор для ремонта мини-байков, мотоцикл, понятно, автомобили и военный грузовик. Короче, тут будут в мире попадаться транспорты, которые можно отремонтировать. Есть ремонтопригодные, есть неремонтопригодные. И для каждого из них понадобится ремонтный набор, чтобы его отремонтировать, чтобы получить и начать использовать. Но опять же, с топливом будут проблемы, потому что топливо достать не так уж и просто. Так, некоторые транспортные средства имеют дополнительные функции, которые можно переключать нажатием клавиши Q или R, например, верхние фары и... Ух ты! Верхние фары полиции или такси можно включить-выключить клавишей Q, а сирену полиции можно включить-выключить клавишей R. Ни хрена себе! Слушай, а это уже очень интересно. Ну и вступление это такое себе, эта миссия мне не нужна. Так, первое, что мы сделаем, это мы, наверное, добудем веточек. Как можно больше, веточки мне пригодятся. Так, и камни нужно добывать сразу. Угу. Кстати, после сбора гнезд блок меняется, и вы всегда можете понять, собрали ли вы, ну, пустое гнездо или нет уже в целом. Что очень удобно. В оригинале мне приходится эти гнезда разбирать, чтобы уже потом не обращать на них внимания. По поводу куч мусора, это тут так не работает. Ух ты, а что это я нашел? Что это нашел? Органические отходы? Смешанное вещество из органических веществ, которые используются для создания удобрений для обработки почвы. Ага, фермерство, значит, расширенное, да? Конкуренция, значит, понятно, понятно, ладно. Так, камушки собираем, и там уже кролик бегает, но кролик мне пока что не по зубам. То есть я, конечно, не получу по зубам от кролика, но кролик мне сейчас не по зубам, я его не догоню. Хотя, с помощью ножа. Где он? Где крылятина? Кролик бегал где-то здесь и уже потерялся. Ну, блин. Так, что я нашел? Ух ты, у меня сразу есть и оружие. Круто. Это у нас водопроводная труба. Замечательно. Я уже смогу, господа, отбиваться от зомбаков. Хорошо, мне нужно еще камни. Сколько мне нужно еще камней найти? Так, нужно 8 штук. Понятно. 8 штук есть, один еще подберем, и теперь мне нужно сделать каменный топор. Давай-ка делаем каменный топор, он мне сейчас пригодится. И сразу же разберем этот пенек, чтобы получить, возможно, мед, но это не факт. Тут в этом моде все не так, но это мод Undead Legacy, мод, который глобальный мод, он наиболее играбельный, по моему мнению, сейчас. Есть, конечно, приколы, которые мне совсем не нравятся. Например, при вскапывании, то есть при поиске клада, я обычно, знаете ли, закрываю дыры, которые наделал. При поиске клада я их закрываю с помощью блоков земли, которые я делаю тут же в инвентаре. Здесь для того, чтобы сделать блок земли и банально закопать яму, тебе придется использовать верстак. А это, как по мне, выглядит прям совсем странно, вам не кажется? По-моему, это странно. Что мне мешает высыпать из рюкзака землю и закопать яму? По-моему, ничего. Так, я вот это вот еще подберу. О, тут еще яйки есть. Яйки — это хорошо. Каменная кирка изготовить. Я могу изготовить еще каменную кирку. Давай изготовим. Каменная кирка и каменный топор. Каменная кирка, конечно, звучит очень странно. По идее, я должен был бы с помощью топора набить где-то железо и изготовить хотя бы из лома кирку, но не из камня. Что может добыть каменная кирка? Уголь разве что? Ну не камень же, она же каменная. Так, я, по-моему, вижу кролика. Да-да-да, крылятина, иди сюда. Сюда иди, мне мясо надо. Где он? А вот зараза, сбежал. Собака ушастая. Ладно. Короче говоря, каменная кирка у меня уже есть. Давай-ка ее сюда. Мед мы добываем вот в медовых сотах, которые можно переработать. В рецептах у нас есть банка. То есть нам нужна пустая банка и нужна кастрюля еще. То есть не все так просто. И, возможно, в этом моде мы также будем искать кастрюлю. Кстати, спальник. Давай-ка я поставлю пока спальник. Мало ли что произойдет. Я попытаюсь играть, как будто я играю с одной жизнью, но насколько... Как я буду играть, я пока не знаю. Так, что дальше? Нужно изготовить копье. Давай изготовим копье. Копье тут очень важная штука такая. Довольно-таки хорошая для того, чтобы отбиваться от зомби. А, кстати, да. Давай-ка, наверное, сразу распределять, что у нас будет и где.
Тут у меня будут боеприпасы. Все остальное пусть уже сортируется как хочет. Мне пока что это не важно. Так, разбираем кучи хлама. Я мог бы это поднять и перенести на базу, но, во-первых, мне еще до базы очень далеко. Собрать бревна 5 штук. Где собрать бревна? Я думаю, что нужно рубить дерево. Нужно рубить вуд, чтобы собрать бревна. Это логично. Давайте рубить вуд. Итак, что мы получим? Мы получаем также смолу, но смолы мы получаем меньше при рубке дерева. Чтобы получить больше смолы, придется тратить нож. Нож, я думаю, что мы сможем сделать из кости. Так или иначе, потому попробуем. А где бревна-то? Так, вот, полностью срубив дерево, только в этом случае я получаю бревна. Ясно, теперь достаем ножик. Хотя бревна мне понадобятся. Я могу ножиком набить смолы, вот так вот. Не тратя дерево, но тратя ножик, да? Да, ну, я, наверное, добью это дерево, потому что древесина мне нужна, кстати. В смысле я поломал? Зараза. Одним ударом поломал гнездо. Нехорошо. И нужно собрать еще металлолом. Где-то я видел этот самый залежи металла. Добью это дерево, потом соберу металлолом. Да, долго. Но, кстати, тут еще такой момент, что когда ты что-то делаешь, у тебя прокачивается умение. Умение владения топорами, умение владения, например, копьем и так далее. Это, по-моему, тоже очень круто. Так, это я испортил. Где-то здесь я видел железо. По-моему, где-то здесь было. Нет? Так, камушки подбираем. Вот железо. Да. Видел. Интересно, что я добуду из этого железного камушка. Так, железная руда. А могу ли я переработать на железо? Разобрать. Да, получается. Давайте разберем этот камушек. Я думаю, что мне как раз металла с этого камушка и хватит. Давайте оголим жилу немного. Сделаем ямочку и поставим метку здесь, что здесь у нас железо. Я не знаю, где тут торговец сейчас. Возможно, я сюда никогда не вернусь. Но временную метку стоит поставить. Так, давай-ка еще вот это вот разобрать. В целом мне железа хватит, потому не тратим ресурсы, сохраняем. Так, первое, где? У нас тут куча меток, если что. Куча меток прикольных. Выбираем, конечно же, вот это вот и забиваем феррум 1. Залежи железа 1. Этот блок я тоже добью, потому что железо, ну, наверняка может пригодиться. Не знаю где, но, скорее всего, пригодится. Вот, пусть это будет здесь. И погнали к нашему спальнику. Где он там? А вон там спальник. Кстати, цветочки можно собирать с помощью кнопки, нажатия кнопки Е. Это очень круто. Не придется тратить силы, выносливость, чтобы собрать веток. А вот это вот уже придется бить. Ну что же. Вот эти вот штуки, блин, они такие важные в начале игры, что просто кошмар какой-то. Их нужно обязательно собирать. Трава и вот это вот в обычной игре, в ванильке, как бы можно вообще забить на сбор травы после выполнения первых заданий и не вспоминать уже до конца игры. А здесь вот эти вот ветки, это прям must have. Они пригодятся вплоть до, я не знаю, до 20-го дня, возможно. Хотя, может быть, я просто не умею играть. Стамина закончилась, ждем, отдыхаем. Так, что я хочу? Есть, пить хочу. Пока что не очень хочу есть, пить, потому повременим, разбираем. Чего-то вроде наковальни или кузни у меня не появится очень долго, потому пока что железо можно разбирать. Потом еще насобираем. И еще один момент, тут есть у нас вес. Максимально сейчас персонаж может переносить 100 килограмм. Но если у вас перевес, и вы с ним бегаете или ходите, то у вас качается максимальный переносимый вес. И это, по-моему, очень круто. Этого давно не хватало в Севенке. Я прям давно этого ждал. И, возможно, только из-за этого я и обратил внимание на этот мод. Так, дальше что нам нужно сделать? Нам нужно сделать стол. Делаем стол. Где мой спальник? Спальник мой стоит вот здесь. Вот пока что будем временно находиться здесь. Так, стол. Готов? Не готов? Еще не готов. Давай тогда травы пособираем. Трава мне пригодится. Так, стол готов. Изготовить стол плотника. Давай-ка сразу же... То есть у нас стол обычный есть, на который можно всякое ставить. А также есть стол плотника, который изготавливается из стола, и плюс тут используется металл и прочее. Изготавливаем стол плотника. Всего столов у нас сколько?
Стол для декора, стол исследователя, верстак не изучен, верстак, который станция техобслуживания. Дальше стол механика, стол оружейника, стол портного и стол ремесленника. Много или мало здесь верстаков, будем уже смотреть по ощущениям. Кстати, стол у нас весит 50 килограмм. Особо с ним не находишься. Так, ставим стол, да? Разместить. Разместили. Хорошо, но я его хочу забрать. Хорошая работа, выживший. Вы доказали свои способности. Мы отметили на вашей карте ближайшее поселение Уайт Ривера. Там вы найдете торговца, с которым можно вести дела, а также обмениваться историями с одним из наших дружелюбных граждан. Добро пожаловать на борт. И подпись Ной. Понятно. Здесь я могу сделать, знаете что? Я могу сделать сразу же копье каменное. А, но у меня задача найти торговца. Знаете, что я вот, наверное, вот это вот копье разберу, а сделаю каменное копье создать. И также можно сделать веревок. 3 штуки веревки. У меня, кстати, 4 есть. Возможно, не нужно. Дубина пригодится мне или нет, не знаю. Давайте сделаем одну вот эту вот веревочку и сделаем также лук. Копье я заберу. Каменное копье мне пригодится. Делаем лук. Лук мне тоже пригодится. Здесь стрелы, иногда это просто спасение. Особенно, когда вы встречаете волка или какую-то другую живность. Так, пистолет. Я, возможно, буду использовать фонарик. Фонарик у меня, наверное, пойдет вот где-то вот сюда. Вот он мне так рядом сильно не нужен. Дубину я делать, скорее всего, не буду. А вот стрелы. На стрелы нужна, кстати, трава. Нужны перья, веточки. Давайте набьем травы. И запасемся стрелами. На будущее путешествие, думаю, что это пригодится. Пока мы будем идти к торговцу, стрелы могут очень сильно пригодиться. Так, что там по траве? 40. Сколько это выйдет стрел? Стрелы делаются на верстаке. Нельзя так вот сесть и наделать стрел. Да в смысле 3 стрелы? А, у меня камня нету. Я думаю, чего не хватает? И травы не было, и камня нету. Значит, бьем камень. Добываем камень. Кстати, при добыче камня добывается как большой камень, так и маленький камень. Большой камень можно скрапнуть в маленький камень, добыть больше, но большой камень также нужен для разного производства. Там мы все увидим. Сейчас это совершенно не важно. Так, стрелы. Сколько я могу сделать стрел? Давай-ка делаем. Стрелы, стрелы, стрелы. 10 штук. Не знаю, хватит или нет. Наверное, хватит. Единственное, что... Давай-ка вот этот нафиг. 54. Что я еще могу выкинуть такого тяжелого, что мне мешает? Так, давай-ка. 10 стрел забирай. Давай-ка это сюда. Так, здесь у нас будет вода, здесь у нас будет лечение. Давай-ка биндим. И здесь у нас будет еда. Еды у меня пока нету, потому хрен с ним. Что бы мне еще сделать? Дубину стоит ли делать? Без понятия. Буду, наверное, орудовать копьем. Пока что буду орудовать копьем. Что мне вообще... Это сколько весит? 18 килограмм. Блин. Дерево я смогу нарубить когда угодно. Давай-ка это скинем сюда. Вот это вот тоже скинем сюда. Там уже на месте дерево нарубим. Я пойду к торговцу со своим верстаком. Кстати, тут ничего не осталось? Нет. Забираем верстак, потому что на него тратить... Что это такое? А, семя сосны. На него тратить ресы я не хочу. 86 я могу, наверное, забрать часть бревен, да? 98. Вот, это пусть остается здесь. Я, наверное, оставлю метку, что здесь у нас... Так, вот так вот метка. Дрова. Да, напиши по-русски. Значит так, здесь дрова. Когда-нибудь мы сюда, возможно, вернемся. Так, дубина мне не нужна, потому что у меня есть как бы железная дубина, которая вполне себе может меня защитить. По пути будем собирать камушки, насколько это возможно. Главное, не получить перевес. Ну и также будем собирать яйки и ветки. Поехали. Главное сейчас добраться до торговца. И не встретить мишку, там, волка и другую живность. Кстати... При прямом выстреле по зомби он очень часто падает на колени. Ну, забери. Вот. Там еще зомби. Зомби тут, конечно, очень много.
Копим стамину. Не распыляемся. Вначале нужно зомби немножко отвлечь стрелой. Вот так вот. Потом подбегаем. И не попадаем. О, черт! А что, стамина? Стамина закончилась. Твою мать. Ладно. Кстати, да, вы заметили, что... моя озвучка вполне себе работает. Мой мод на озвучку вполне себе хорошо работает с этим модом, потому можно ставить ее. Так, там у нас медсестра. Я вообще иду к торговцу. Где у нас торговец? Я потерялся уже. Мне он в ту сторону. А были бы бегающие, я бы уже давно откиснул бы. Ну, вот так вот. Закончилась стамина, все, считай. Пиши, пропала. Чего это? Чего я нашел? Скалку нашел? Зачем мне скалка? По-моему, ее можно использовать как оружие. Я бы ее попробовал как-нибудь. Кстати, давай-ка это сюда. Один раз ударю. Просто попробовать. Нет. А что, ни хрена себе у нее расход стамины. Так, кто-то спит, я так слышу. Офигенно у нее расход стамины. Я думаю, что это не то, что я хотел бы использовать. Так, ну он, по крайней мере, сдох. Это заберу. Все, уходим. Да, одно яйцо нашел, но яиц у меня уже хватает. Единственное, что я их не умею готовить. Рецепты мне нужно будет или искать, или узнавать. Прокачка здесь на открытие рецептов, насколько я знаю, совершенно не влияет. Каждый рецепт нужно или покупать, или находить, но его нужно изучать. Также тут есть стол для изучения, на котором можно изучать предметы и создавать свои рецепты, чтобы потом их, конечно же, изучить и узнать, как это все делается. Вот такой вот замороченный мод. Примерно то же самое было у меня на ремонт оружия и прокачку. Но немножко по-другому. Там у меня требовались детали оружия, чтобы изучить и само оружие. Здесь у нас есть какие-то общие данные, фрагменты данных, которые используются для создания рецептов. Ну, уже почти 1 километр остался. Я надеюсь, что торговец-то не за морем. Торговец-то не заморский у нас. Обычный. Камушки. Подбираем. Это курица, курица, стоять! Стоять, курица! Так, курица готова. Теперь нужно осталось ее только отбить у зомбака. Вот так вот. Сейчас забежим к торговцу, выложим весь лишний лут и пойдем искать наше прибежище. Первое прибежище в этом моде Undead Legacy. Даже не знаю, что это будет. Вообще, по идее, учитывая сложности стройки, стоит очистить какое-нибудь бетонное здание и там уже поселиться. А получится это у меня или нет, будем посмотреть. Так, это у нас... Ой, что там? Это у нас гостиница. Тут довольно-таки много зомби, и одна собака точно есть, и я сюда точно не пойду сейчас. Надеюсь, торговец не в гостинице. Вот он, отдельно стоит от гостиницы. Хорошо. Но гостиница рядом. Единственный плюс этой гостиницы в том, что здесь очень много воды, источников воды. Воду здесь не так просто достать, господа. О, наконец-то добрались. Хорошо. Локации торговцев, если что, переделаны. Лутаем торговца. Так, а для того, чтобы обыскивать бочки с топливом, нужно, понятное дело, что канистра. Иначе так просто это топливо не найдешь. Так, эта машина лутабельна, полицейская. И, по-моему, ремонтопригодна, да? Нет, не ремонтопригодна. Это тоже... Фургон пролетарий пока что тоже не ремонтопригоден. То есть отсюда от торговца забрать ничего нельзя. Ух ты ж, нифига себе. Датчик движения. Охренеть. Так, а что здесь? Какая у тебя тачка красивая стоит.
Ремонтируемая, кстати. Тут, то есть можно тут отремонтировать эту тачку и забрать, что ли, получается? Лопата? Излома? Вот это везуха. Так, ладненько. Давай-ка я буду хранить весь хлам здесь. Чё-то по топору. Этот топор у нас получается лучше. Потому этот сюда, этот разбираем. По поводу лопаты. Эта лопата, конечно же, лучше, потому эту нафиг. Ладно, так, лопата пусть будет, это все пусть будет. Все, погнали поговорим с торговцем. Так, подожди, я еще не все обыскал. Давай вначале все у него-то обыщем. О, тут у него лутецкого. Наверное, стоило лут поставить все-таки на 75% хотя бы, потому что как-то сильно богато. С другой стороны, черт его знает. А считается ли это много лута в этом моде, я пока не знаю. Так, стол плотника готовый. Ни хрена себе, вот это повезло. Так, подожди-ка. Стол плотника, подожди, это не такой же, как у меня, случайно? А, это такой же, как у меня. Я такой тоже в рюкзаке таскаю. Это не то совершенно. Стол плотника и у меня есть. То есть, никакого везения. А вот такие вот коробки тут уже лутаются. Давайте я включу фонарик, чтобы вы видели. Вот такие вот коробки лутаются. Это не лутается. Чтобы унитаз... Тут есть у нас в унитазе, может быть, максимум 5 единиц воды. 5 банок воды. Мы можем с помощью банок взять отсюда 2, потому что доступно только 2. Чё в коробке? Охренеть. Сколько бесполезного лута на данный момент. Так, а это что? Я вот не знаю. Блин, чё-то как-то много лута, нет? По-моему, как-то дофигище. Это я лутал? Это я лутал. Что еще я не лутал? Разрушенная химическая станция. Ну, понятно, разрушенная. Коробки не забываем лутать, потому что здесь может быть всякое полезное. И... Так, вот тут еще что-то полезное может быть. Так. Коробочка раз. Коробочка два. А в мусоре пороемся обязательно. Так, отмычки — это хорошо. Так, всякое такое. Вот это вот дальше. Дальше, дальше, дальше. Что еще у нас тут есть? Ладно, скидываем все сюда вот. Так, это скидываем, скидываем. Все может пригодиться. Патроны. Сюда вот эти вот. Все равно их сейчас не могу использовать. И место закончилось. Пойдем поторгуем все-таки с торговцем. Ты что, уснул? Так, подожди-ка. А у тебя ничего нету полезного? Нет, у тебя ничего полезного нету. Жаль. А в кассе? Ничего? Серьезно? Ладно. Так, значит, так, инвентарь. Сразу же торгуем с ним. Давай-ка это сюда. Вот так вот это продаем. Болты надо или нет? Наверное, надо. Глина ему не нужна. Вот это вот что такое? Что это такое? Плата. 15 стоит. Возможно, пригодится потом. Я потом буду обыщусь это. А вот тут попадается довольно-таки часто. Единственное, что если оно... стоит оно одну монетку, и стоит ли этого продавать... Давай продадим. Перья продавать не буду. Вот этот можно продать хотя бы за 3 монетки. Это что такое? Это у нас медная катушка. Медная катушка стоит 21. Пока что мне медь, наверное, не нужна. Давай-ка вот эту ячейку тоже заблокируем. Хорошо. И у нас, кстати, разные отмычки есть. Есть заколка, есть отмычка. Но как-то работает, если честно, не скажу. Портится ли эта отмычка? Короче, не знаю. Ничего сказать не могу. Так, поторговали. У нас монет 75. И у него уже калаш продается. Зараза. Уже начинает байтить на покупку. Ладно. Дробаш продается. За 817. Слушайте, ну это вот хорошее приобретение уже было бы. У меня тем более 12 патронов есть. Я бы, наверное, заморочился с этим. Так, даже УЗИ есть. Ну, УЗИ стоит 6, почти 7 тысяч, а вот дробаш... Ну, проветришься, подожди-ка, подожди-ка, стой, секундочку. А ну-ка, ну-ка, показалось, что ли? Блин, что за пискипер? Иди, не мозоль глаза. Так, ну что, друзья, сейчас нужно избавиться от лишнего лута. Я, наверное, избавлюсь от него вот сюда вот.
Так, хорошо. Пить мне нечего, зато есть что поесть. Давай-ка я, наверное, немножко поем. Я уже хочу есть. И, может быть, стоит потратиться на немного на еду. Сколько стоит? 40. Ну, давай покупаем. Это хоть что-то. Это хоть что-то. И скинем лишние банки сюда. Лопата пусть будет, это тоже сюда. И блокируем ячейку. Еще одну. Зачем мне с собой таскать верстак? И монеток не так уж и много. Будем бегать налегке. Погнали искать место под базу. Вообще, хотел бы я найти какое-нибудь каменное здание, чтобы не париться с тем, чтобы его ремонтировать. Ну, то есть, ремонтировать, конечно, придется попариться, но чтобы не париться с деревянными стенами. Хотелось бы найти сразу что-то такое каменное, хорошее и крепкое. Отель? Из чего он сделан? Что? Подожди-ка. Дерево? Серьезно? Что за отель с деревянными стенами? Нет, мне такое не подходит. Она бегает. Ну, давай с тобой расправимся. Мне так-то нужно копье качать. Потому давай качать копье. Так, что в сумке? Ну, не то чтобы прям полезно, но пойдет. Что у нас здесь? Закрыто. Тут могут быть закрытые и открытые двери, и... Можно, конечно, попробовать взломать сейчас. Сейчас я обыщу тут все. Я могу туда попасть и обычным способом, просто вот так вот залезть. Или, может быть, потратить отмычки все-таки на что-то ценное более. Все, дружище, откис, хорошо. Так, что у нас здесь? Понятно. Нет, я, наверное, тратить не буду отмычку на эту дверь, потому что я сюда могу и так попасть. Это было бы глупо. Трата была бы и времени, и денег. Пьем водичку. Так, вот это вот здание выглядит, конечно, прикольно. Оно типа железное, да? Тут, правда, нету удобной крыши. И как тут выживать, я не знаю. Ну, а ну-ка посмотрим. Да, это железо, и вроде бы крепко выглядит. Вопрос в том, что я тут... Смогу ли... Ёперный балет выживать! Так, у меня прокачалось владение копьем. В смысле, я тебе в морду попал? Что-то не умер. В такой момент. Есть ли тут место для размещения крафт-станции? Тут выглядит все, скажем так, не очень. Я тут даже особо верстак разместить не смогу, разве что закрывать вот эти вот проходы и жить на первом этаже. Но жить на первом этаже в этом моде — это прям не лучшая идея. Я бы поискал, наверное, что-то двухэтажное, чтобы жить на втором этаже. Тут это хорошее здание, его можно будет потом занять, но не сейчас. Где сейчас жить? Где мне можно так разместиться? Это что у нас? Это у нас случайно не... Так, это... Нет, это у нас лесопилка, и лесопилка — это совсем не то, что я хотел бы видеть. Надо бы по карте глянуть, где у нас вообще городские строения находятся. Вот это подгон. Так, сравниваем. Охренеть. Так, лук на скраб. Идешь в баню, лук. Ты мне больше не нужен. Так, вот здание, смотри какое. Вроде бы каменное. Но не получу ли я тут люлей в этом каменном здании? Тут есть в целом хорошая крыша. Слушайте, я, наверное, попробую его занять сейчас. Придется повоевать с зомбаками, очистить немного места. Заодно и копье прокачаем. Ему маловато этого. Так, у меня стамина закончилась. Уходим. Долго с ним приходится возиться. Наконец-то помер. Фу, хорошо. Хорошо. Так, что у нас здесь? Так, там рыжая мадам ходит. Она идет... Она ушла за угол. Значит, ей до нас нету дела. Так, тут у нас окна.
Второй этаж тут есть. Ну, вот тут вот крыша есть. Так. Так, это ты, этот самый, неживой. Я тебя понял. Так, водичка, хорошо. Еда. Так, а тут могло бы быть, мог бы быть кофе, но его тут нету. Дядь, если я тебя разберу, это будет нормально считаться, типа, да? Да, считается нормально. Хорошо. Так, что у нас тут еще есть? Ценники, понятно. Что в туалете? В туалете занято, понял. В туалете было занято, извините. Так. Да давай выходи. Так, пока он выйдет, давай-ка разберемся с тем, кто ходит где-то снаружи. Где там кто-то ходит снаружи? Здравствуй, мадам. Так, что по стамине? Половина улетела стамины, нет. Мне такое не подходит. Мне такое не подходит. Половина стамины за усиленный удар, это прям не айс совершенно. Пока что будем бегать с копьем, наверное, потому что копье тут выглядит максимально... максимально юзабельным. Так, давай-ка, заряжай. Курица, ты моя? Курица моя. Курицу заберем. Или нет, или мне помешают ее забрать. Ладно, придется за курицу повоевать. Окей. Давай, завали его. Завали его. Вот так вот. А теперь усиленный удар в бошечку. Хорошо. Все, забираем курицу. За каждый кусок еды приходится воевать. Это круто. Это мне нравится. Это очень круто. Так, что там по весу? 37, почти 38 из сотни. Это вполне себе терпимо. Так, что там вышел? Нет. Ну выходи. Ой, боже, ты тупой. Давай сюда иди. О, ты тупая морда, ну. Ладно. Поговорим. По-моему, значит, тут дырка. Тут дырка в соседнюю локацию. Но тем не менее. Значит так, я должен попробовать забраться наверх. Здесь тут открывается. Вот. Слушайте, это тут большая локация. Может быть, ее полностью зачистить и забрать под себя. Она не такая уж и большая выглядит. Вот эта крыша хорошо выглядит. Нравится мне эта локация, но смогу ли ее сейчас отвоевать, непонятно. Так, книга. Навык чего? Добыча повысился. Хорошо. Я лестницу сделать не могу. Забраться я сюда не могу. Как мне туда забраться? Что нужно... Блин, что нужно сделать? Ай, знаете что? Так, подожди-ка. А по поводу воды. Вода есть? Да, вода тут есть. Забираем. Немного лечилок. Тут тоже могла бы быть вода. Нет, я сюда не пойду. Давайте искать другое здание. Время уже 16. Ай, что делать, что делать, что делать? Давайте-ка, наверное, все-таки вначале будем выживать в амбаре вот здесь вот. Потому что по-другому никак. Амбар легко нам зачистить, более-менее. И тут есть второй этаж сразу. Попробуем повыживать здесь. Так, там дамочка. А лук так-то крут. Слушай. Мне повезло, что я его нашел. Правда, на его ремонт, наверное, нужны ремки. Но в целом... В целом пойдет. Ты где? Болезный. Ёперный, блядь, ты здесь! Здрасте. Так, только не бейся. И не вставай. Вставать запрещено. Так, убираем шумелки-перделки. Они мне тут совершенно не нужны. Так, стрела. Хорошо. Это я тоже заберу топором, потому что нож я тратить не хочу.
Так, кто там проснулся? Кто? Где? Давай, выходи, дядь. Так, мы прокачали копье. Замечательно. Ух ты ж, ё-моё, что выпало? Выпал какой-то лутецкий. Стамина, вернись, стамина, вернись. Так, хорошо. Чё в лутецком? А в лутецком у нас еда даже есть. Вкуснятина. Ладно, чекаем, что дальше. Закрытый ремонтный набор. Придется подождать. Тут могла бы быть вода, но нет, воды нету. Ладненько, что у нас здесь? Лечилки. Так, это разбираем. Тут даже спальник есть. А я спальник забирал, кстати? По-моему, нет. Давай-ка это подберем и тут же поставим. Давай-ка это тоже подбираем. Травы мне понадобится много, и вот эта вот трава... Подожди-ка. Во-первых, эта трава... Мы сделаем из нее кое-что другое сейчас. Пока не могу делать блоки какие-то, я, наверное, буду использовать эту траву, чтобы спрятаться от зомби. Потому поставим вот так вот. Сделаем стенку. А, я есть хочу, да? Давай-ка ешь хоть что-нибудь. И пить хочешь? Нет, пить пока не хочешь. Ну, есть хочет. Давай-ка еще вот эту консерву съедим. Пусть будет. Так, дальше. Вот это тоже забираем. Это тоже забираем. И сделаем нормальную такую стеночку вот где-то до сих пор. Вот так вот. Все, сюда я буду заходить. Здесь меня зомби, по идее, видеть не должны. Еще нужно сбить две лестницы, чтобы зомби к нам не забрались. И надо бы еще будет позабирать все сено отсюда везде. Чтобы были голые стены, чтобы зомбаки не могли ломать потолок, забравшись вверх. А то они смогут. Они такие, они сволочи. Со временем нужно будет найти какую-нибудь базу получше, что-то из камня. Тут, правда, есть место, где даже встречать орду. Вот здесь вот. Это у нас бетонная хрень. Да? По идее, да. Тут заделать вот это вот место. Хотя даже не обязательно заделывать. И построить что-то внутри там. Тут вот есть подъем. Залазим. И здесь устроить что-то вроде верхнего этажа. И можно даже выживать. Правда, здесь особо много всего не поставишь. Кстати, водичка есть? 9 воды! 2 воды из 200. Можно ли наполнять эти бочки? Я, если честно, не знаю. И в дождь они не наполняются, это я знаю точно. Так, все, готово. Разобрались с этим. Фонарь тут, наверное, пока что нужен. Хотя его перенес бы, наверное, наверх. Нет, там у меня освещение есть. Все, забираемся сюда. Здесь у нас уже в целом пойдет. Это забираем. Это мы все забираем. И, наверное, снизу тоже нужно позабирать все это. Наведем здесь порядок. Так, вот этот сток сена я оставлю, пока не смогу. Кстати, давайте попробуем его открыть. Взлом отмычкой, взлом заколка. Давайте отмычкой попробуем. Так, что это значит? 25, 25. Это он что? Подсказки нет. О, нет, подожди, есть подсказка. Взлом замков 25. Замок уровень. Автовзлом, у нас шанс автовзлома 10%. Но у меня всего одна отмычка, потому давайте попробуем. Попробуем взломать так вот. Так, где-то здесь. Ну, так, нет, вот в эту сторону, да? Чуть-чуть сюда. Нет. Так, нет, назад. О, да! И сгоряча ударил еще по ящику. Ну, ящик... А поднять его не могу, потому что что? Потому что мне его нужно починить, а починить мне его нечем. Ну, ладно, засада. Значит так, мне нужны контейнеры, чтобы складывать лутецкие. Где мне взять? Вот здесь вот я могу что-то хранить, даже здесь могу что-то хранить. Да, тут у меня есть еда, потому еду я сразу съем. Короче говоря, нужно поискать еще контейнеры,
которые можно всякое складывать. Вообще, в контейнере хорошее можно найти на заданиях. Ну, задание уже, наверное, для задания поздно. Можно попробовать завалиться вот... Подожди-ка, у меня с собой верстака нету? Нету. Пойдем за верстаком. Пока что будем размещать все здесь. Будем жить в амбаре. Так, тут у нас уже встречает зомбачок возле торговца, и мне это совсем не нравится. А ну-ка, уходи отсюда. Я тебя не звал. О, нет. Закончилось у меня прочностью копья. Придется... Слушай, ты, по-моему, переигрываешь с падением, не? Ты в футбол не играл, мужик? Так, стамина закончилась. А у зомбака ничего не закончилось. Это прям печально. Ладно. Разобрались. Так, у торговца, кстати, какие-нибудь контейнеры взять не смогу. Чего сюда прибежал? Я сюда прибежал, знаете зачем? Я сюда прибежал за моим верстаком. Где мой верстак? Вот он, мой верстак. Мы его поставим. Также мне нужно будет, наверное, дерево. Древесина. Забираем вот это и вот это. Вот. А также забираем все, что может пригодиться для приготовления еды. А я не посмотрел у торговца, есть ли у него... Ну что стоишь? Подходи, кастрюля. Я не кусаюсь. Кастрюля. Котелок или кастрюля, да? Котелок. Нет, кастрюли у него нету. Да что с тобой такое сегодня? Да не со мной, у тебя кастрюли нету, мужик. Что я могу сделать-то? Так, патроны. Наверное, патроны пока что скину сюда, они мне особо не нужны. И вес у меня 99,8. Погнали. Значит, погнали размещать... Подожди, а веревки? Веревки я еще сделаю. Кстати, а вот здесь контейнеров нету? Это же контейнер? Ну, не очень большой. А тебя можно подобрать? Можно и тебя подобрать, но в тебе сколько? Ох, нифига себе, подожди, подбираем. Это выглядит, конечно, странно, но... Ну, тут очень много места. Потому подбираем. Эти контейнеры прям бомба. Забираем абсолютно все. К черту перевес. Сейчас перевес совершенно не важен. В полке мало места. Вот это я понимаю. Вот это сейчас мы обставим себя мебелью. Так, 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 так. Давай-ка вот это тоже подбираем. Мне это здесь сейчас не надо. Забираем. Спать я буду здесь. Костер я поставлю где-то, наверное, вот здесь вот. Да? А вот эти вот контейнеры будут стоять пока что... Ну, вот удобно где-то здесь, да? Почему бы и нет? Очень даже, по-моему, смотрится. И сюда можно будет скинуть всякий хлам, который у меня не помещается. Например, вот этот. Там я буду хранить еду, а здесь всякий хлам. Давай-ка вот так вот. Это тоже сюда. Это сюда. Что еще у меня касается еды? Вот это касается еды. И все. Теперь нужно разместить верстак. Верстак я, наверное, буду верстачить, возможно, где-то здесь. Но он не помещается. Блин. А как его поставить так? Так. А что тебе мешает? Да, придется ставить его вот так вот. Ну, знаете, будет у меня такая вот мастерская здесь вот. Значит так, что я могу тут сделать? А сделать я вот могу пока что ничего, да? Что мне нужно сделать? Мне надо сделать ремнаборы. А что такое, кстати, веревка? Веревка, 18:43 у нас время. Наверное, стоит сбегать к торговцу и... Это я могу убрать. Так себе контейнер. Мне он не пригодится. Могу сбегать к торговцу и позабирать у него все свои вещи. Вот тут я перекину. Камни тоже перекину, веревки... И перья тоже перекину. Так, а вот эти вот семена пойдут сюда. И уже кто-то бегает у меня там. Ч-ч-ч-ч. А если я присяду? Твою мать, у меня же нету чем отбиваться даже. Где оно? Ладно. У меня есть стрелы, дружище. Зараза! Вот как он убрал голову вовремя так, а? Собака. А если топором? Как тебе такое?
В смысле, ты ничего не умер еще, что ли? Это каменный топор вообще-то. Это вообще-то топор. Смотри, усиленный удар. Да ё-моё, что у тебя за башка такая? Ну, сдохни уже, ну. Да твою медь. Копье-то у меня поломано. Ладно, хорошо. Этот сдох. Так. Вопрос. Вопрос, чем мне нужно для того, чтобы сделать ремки для каменного оружия. Давай-ка веревки. Вот это вот, что там для ремок надо? А ну-ка. По-моему, здесь делаются ремки. Ремнабор, ремнабор. Подожди, у меня ремнабор делается здесь вот. В рюкзаке, да? Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот он, ремнабор делается. Что нужно? Нужны камни. Камни у меня были. Да, камни, я помню. Камни были, камни 6 штук. Ну, хоть что-то. Так, 3. Почему 3? По 2 камня надо. Ладно, это хоть что-то. Веревки я пока не скидываю. Вот это вот скину. Вот этого нужно как можно больше, чтобы наделать больше веревок. Так, это тоже пока что скинем. И теперь ремонтируем копье. И погнали переносить от торговца лутецкий. Будем ночью разбираться с ним. Тут что-то есть? Нетронутый. Что-то есть. Так, топор. Серьезно? Какой лучше? А, мой хуже получается, потому нафиг. Давай-ка берем этот. Я так понял, что я когда качаю владение топорами, то я потом даже нахожу лучшие предметы. Не знаю, насколько это логично и круто, но в целом я так-то не против. Так, в сумке сколько слотов? 15. Не знаю, может быть, забрать. Давай заберу, а вдруг не хватит места. А 15 лишних слотов лишними не будут совершенно. Так. Что там по перевесу? 51 всего? А если так? И даже сейчас перевеса нету. Ну, знаете ли, не знаю. Вроде как я должен был... Это что такое вообще? Что это за ящик такой? Какой-то странный ящик. Мне нравится. Я такой тоже хочу. Но я таких больше нигде не видел. Слушайте, давайте пока суть до дела. Хотя, тут торговец открывается в 4 утра. То есть только утро, торговец открывается, и даже думать о том, чтобы заранее взять задание, нет никакого смысла. У нас есть возможность просто прибежать утром и сразу же взять задание. Потом про задание подумаем чуть попозже. А пока я здесь, я, наверное, пособираю урожай. Тут он все равно никому не нужен, а мне он пригодится, возможно. И стоит помнить, что я все еще бескастрюльный человек. Мне нужно найти кастрюлю. Где ее искать? Это, конечно, вопрос. Так, так, так. Все? Это и все поле. Четыре зомби. Толпа из 4 зомби. Не будем привлекать их внимание, ну их к черту. Пойду-ка я уже к себе на базу. Так, они куда-то пошли своей дорогой, я иду своей дорогой. Мне с ними не по пути. Так, костер. Создаем. Создаем. Давай-ка пока что это отменим и теперь разобрать. Создаем костер, сейчас поставим, и уже в целом будет что-то похожее на базу. Так, костер готов, сразу же ее заправим. Костер каким-нибудь деревом ненужным. Что у меня есть из ненужного дерева? Вот этот фаервуд у меня есть, да? Ой, так куда ты выкидываешь? Фаервуд есть, и есть вот это вот. И вот это вот, всякий шлак. Так, а вначале это, потом это. Всего 2 ячейки. Жаль, конечно, но ладно. Делаем воду. И что такое? Это кокс. Ага. У нас есть уголь, а есть кокс. Для чего нужен кокс, я не знаю. Так, и закинем сюда, наверное, еще все вот эти вот бревна, которые у меня есть. Пусть будут. На 53 минуты я обеспечен в целом костром. Можно даже... Нет, фонарик там, наверное, пусть там стоит. Хотя нет, подожди. Фонарик я перемещу.
Здесь он плохо освещает. Поставим мы его где-то вот пока что вот здесь вот. Давай-ка. Развернем, прицепим тебя прям к стенке. Вот. И свети. Освещать будешь и низ, и вверх, и в целом мне такое подходит. Так, а тут вода пока делается. Что я могу сделать на верстаке? На верстаке я могу сделать следующее. Я могу сделать дверь. А, я могу сделать люк, я могу сделать дубину, лестницы могу сделать. Мне вообще нужны строительные блоки, чтобы закрыть, наверное, здесь пол. Да? И вот этот убрать, сделать нормальный второй этаж. Потому что верстаки я стопудово буду здесь ставить, пока не перееду на новую локацию. Потому это место мне пригодится. Так, ну для создания форм деревянных блоков и даже для создания каркасов мне нужны гвозди. Гвоздей у меня не очень-то и много, насколько я знаю. Гвозди, гвозди, гвозди у меня были 7 штук. Короче, нужно разбирать мебель. Пока что, значит, я останусь без этого. Следующее, кстати, у нас по заданию. Там, по-моему, нужно стол исследования сделать. Это не по заданию, это в целом рекомендация. Стол исследования, ну-ка, стол... Так, подожди, вот эти вот крафт-станции. Стол исследователя. Нужно 5 книг и 40 бумаги. У меня таких книг не очень много. Я сейчас гляну, сколько. 5 книг и 40 бумаги. Так, давай-ка. У меня всего одна книга такая. Короче, нужно лутать локации и добывать такие книги. Ни хрена я сейчас сделать не могу. Могу только сидеть и греться у костра. Так, что я хочу? Я пить хочу. Ай, пить я хочу. Кто-то там прибежал. Уже кто-то прибежал. Тут вообще ночью неспокойно. Прибегают зомби постоянно. Такое ощущение, как будто действия персонажа... Любые действия персонажа греют карту. И лучше этих, от этих зомбей избавляться. Где ты, зараза? И ломать сразу, и ломать. Куда ты пошел? Сюда иди. Я здесь. Так, он мне сказал, что вот это вот нужно убрать, потому я это, наверное, и уберу. Будем как-то... Выживать. Дерево, наверное, это снесу. Возможно, или нет. Да, о, кстати, на верстаке я могу сделать нож. Я, наверное, сейчас это пойду и сделаю. Сейчас только снесу дерево. Так, готово. Смолы я получил в итоге 6. При открытии инвентаря почему-то игра подвисает. Это я тоже заберу сейчас. И вот это нужно разобрать. Кирпичи ни в коем случае не выкидываем. Я однажды очень сильно тупанул, когда тестировал этот мод. Я кирпичи все продавал. А продавать их нельзя. Они нужны для изучения интересных таких крафт-станций. Потом я бегал и покупал их у торговца. Это было прям не очень. Так, 21.17. До вечера еще есть время. Так, камушками обзавелись. Навык шахтера у нас повысился. И... Надо бы еще аж распределить очки, которые я получил. Там мадам ходит. С ней мы тоже сейчас разберемся. Заодно вкачнем копье. На ком еще, как не на мадам, качать копье? Да? Я думаю, что да. Двери я ставить не буду. Двери делаются дорого, а зомбаки их очень легко выламывают. И если у меня нет возможности защищать двери, то... Лучше их пока не ставить. Я думаю, что мы сделаем тут предбанник, в который будут забегать зомби, и сделаем окошки, чтобы можно было защищать двери. А пока что нет. Пока что обойдемся. Так, я хотел сделать... Да. Я хотел сделать ножик, потому что ножик у меня уже почти закончился. Тот, который мне дали, лучше сделать новый. А ножик я сделать могу и только на верстаке создаем. Ножик мне пригодится. Возможно, стоит закрыться еще на колья, на ловушке, да? Но это потом. Ножик мы изучим, возможно, сможем делать лучшие ножи. Этот ножик пойдет у нас вот сюда. Вот ремонтировать ремки я на него тратить уж точно не буду. Вот мне на лук придется потратить ремку. Чем ремонтируется, кстати? Ремонтируется ремонтным набором. Вот вам, пожалуйста. Лук, конечно, хороший, но в ремонте он очень дорогой. А ремки...
Чтобы сделать ремнабор, мне нужно что? Ремнабор. Мне нужен верстак. А чтобы сделать верстак? Чтобы сделать верстак, мне нужно что? А, я могу его в руках сделать. Но мне нужно его изучить. А для его изучения надо 250 элементов знаний. Или как-то так. Короче, такое. Пока что будем беднячить. Так, а вот эту вот штуку можно было бы сделать. Нужно один клей, три планки. Это у нас молоток для ремонта. Я думаю, что он может пригодиться, чтобы ремонтировать хотя бы стены. Клей у меня есть? Да, у меня есть один клей. И надо еще три планки. Давай сделаем. Давай сделаем. Так, давай-ка создать. И теперь из этого, по-моему, из чего там делается? Сейчас глянем, из чего делается молоток. Забираем, забираем. Так, рецепты. Рецепты, молоток. Нужна одна железка. Одна железка. Ну, у меня есть. Как говорится, их есть у меня, да? Что-то я как-то железо распределил, странно. Так, одна железка. Создаем молоток для ремонта. Хорошо. Второй лук мне не надо. Вот это вот можно было бы насоздавать, да? 10 веревок, почему нет? Вот опилки почему-то получаются. Кстати, прикольно. При создании чего-то получаются опилки. Это, по-моему, круто и логично. Мне нравится. Дверь я делать не буду. Может быть, один колышек сделать? А выбегать, как я буду в случае чего? Нет, колышки я делать не буду. Просто буду себя очень тихо вести, и все. И тогда, я думаю, меня совершенно не найдут. Так, давай, в смысле, по весу, вот так вот, скидываем. Вот так вот, так, трава. Сюда также пойдет трава, уголь пойдет, и опилки у нас пойдут в костер. Опилки пойдут в кастрюль, причем поменяем местами. И надо бы, наверное, все же заняться варкой. Варкой воды и созданием мяса. 8 штук. Да, придется готовить все абсолютно. К сожалению, по-другому никак. И вода у нас скоро может закончиться. Единственное, что радует, то, что жажды я пока не испытываю. Ну вот, пожалуйста. Немножко пошумел, и на тебе гости. Пойдем, может быть, встретим. Давай-ка попробуем встретить. Разобраться. Я не хочу, чтобы они мне... Ух, ё-моё, там сколько их... Нафиг. Потанцуем вокруг этого дядьки. А танцевать придется долго. И меня заметил паук, что ли? Да ну нет. Подожди. Не может такого быть. Еще бы он меня заметил. Давай, стаминка, возвращайся. Да ты сдохнешь, нет? Дядь, ты достал. Ну, наконец-то. Здрасте. Кстати, надо бы наделать стрел. Однозначно надо будет наделать стрел, потому что без стрел тут прям плохо. Так, что за музыка? Не надо мне такая музыка. Так, на картах. Мне воевать тут с зомбаками совсем не хочется. Так, у меня тут мяско еще не готово. А что нужно для стрел? Стрела. А ну-ка. Так, стрела, нужны наконечники такие. Так, камень, перья и трава. Это у меня все есть, вроде бы. Пойдем сделаем, только тихо-тихо. Подожди, а где у меня? Трава у меня была где-то вот здесь вот. Так,
Да, это очень шумные ящики, потому... Проблема у нас. Так, перья. Перья. Давай-ка, перья. Да и ладно. Шумлю. Пусть пытаются ломать. Так, мне главное сделать стрелы. 165 штук. Сюда. Ща наделаем. Сейчас ты, дружище, получишь у меня. Давай-ка, больше стрел. Где ты там? Здравствуй. Главное, не шевелись. Да, попрыгай мне тут. Ты мне еще тут попрыгай. Да. На тебе по заднице. Блин, пауки самые опасные здесь. Как это ни странно. Это пока у вас дробаша нету. Дальше они становятся не такими уж и опасными. Вот один лишился головы. Хорошо. Стрелы обязательно подбираем. Так, что, пойдем? Посмотрим, кто шаманит тут. Шебуршит нашу базу. Так, ясно. Нарушители. Это дикие. Это, мать его, дикие. Это может быть опасно. Ч-ч-ч-ч. Чё зыришь? Давай, вставай. Подбегай сюда. Я здесь. Нет? Ты сдох, что ли? А, нет. Ты не сдох. Вот так вот. Хорошо, ты не дикая женщина? Дикая женщина. Иногда это звучит прикольно, но... Не в зомби... Да как я промахнулся? Не в зомби-апокалипсис. Так. Все. С угрозой расправились. Тут, правда, еще зомбаки ходят. Может быть, и с ними расправиться? Так, вот с этой точно нужно расправиться, потому что она может прийти нам на базу. Давай-ка, вот так вот, и... В смысле? Недостаток выносливости, понятно. Смотри, сколько их на огороде ходит. Там волчара! Вы, наверное, не видите, но мне кажется, там волчара. Или мне показалось? Да, я вижу волка. И знаете, что делаем в таких случаях? Берем камни. Скрапаем. И привлекаем к волку зомбаков. Ну и все равно он с ними не дерется. Да, ё-моё, ну как так? Волк не дерется с зомбаками. Я так не играю. Так, давай тогда отманивать зомбаков от меня подальше. Ну их нафиг. И будем просто пережидать ночь. Так, стрелы. Стрелы 157 штук сделано. Есть чем чинить у нас каменное оружие. Есть чем чинить даже лук. Потому в целом я думаю, что мы... Вполне себе выживалоспособные. Так, давай-ка кушаем. И нужно будет попить. Вот, это вот должно хватить примерно до 100. Все, ребят, на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал, если смотреть было интересно. Увидимся в следующей серии. Продолжим выживать. Мне нужно будет изучать верстаки, выполнять задания. В целом, готовиться к первой орде. Еще раз спасибо за внимание, всем удачки, увидимся в следующей серии. Пока-пока.